Заявление пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Анклер Лежандр в связи с созданием нашей страной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе на начале дороги Лачин-Хан-Кянди совершенно необоснованное. Создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе на своей суверенной территории является суверенным и легитимным правом нашей страны. Об этом говорится в заявлении начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде. Утверждение о том, что этот шаг якобы противоречит трехстороннему заявлению, какому-либо международному документу или решению суда, не имеет никаких оснований. Азербайджан в рамках своих обязательств гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов, передвигающихся по дороге Лачин-Хан-Кянди, и продолжит соответствующие меры в этом направлении. Французская сторона не должна создавать условий для попыток воспрепятствовать мирному процессу, подчеркнул Айхан Гаджизаде.